12 самых несовместимых зодиакальных пар. Они никогда не будут вместе. Не зря на сайтах знакомств указывают знаки зодиака. Многие знают от того, в какую дату родилась потенциальная вторая половинка, может зависеть счастье в будущем. Но есть некоторые пары, которые в принципе несовместимы, что бы они ни делали, как бы они ни старались, они никогда не будут вместе, из-за большого различия в характере. Итак, давайте узнаем, какие знаки зодиака никогда не будут вместе. Лев и Дева. Скандалы в этой паре будут возникать из-за несогласия. Каждый будет уверен в своей правоте и откажется идти на уступки. Рак и Стрелец. Оба представителя этой пары – те еще сплетники. А где домыслы, там и выдумки. Где выдумки, там и ложь с обманом. В общем, постоянные фантазии не приведут их ни к чему хорошему. Козерог и Рыбы. Идеальное совпадение, которое покажется на первых порах подарком судьбы, постепенно начнет казаться не таким уж и совершенным. Баланс нарушится. И сказочке придет конец. Водолей и Лев. Львам необходимо внимание и забота, водолеи же будут требовать нежности в свою сторону. Это отличие во взглядах и станет камнем преткновения. Дева и Овен. Спонтанность овнов никак не подходит к расписанному по часам графику жизни дев. Сначала, конечно, будет интересно, но вскоре оба поймут, что ошиблись в выборе партнера. Телец и Стрелец. Стрельцов можно описать как непредсказуемых авантюристов. Тельцы же, наоборот, стабильные прагматики. Вместе они никогда не будут. Рак и Козерог. У этих знаков зодиака нет ничего общего, что могло бы послужить клеем или веревкой, которая свяжет их представителей. Близнецы и Рыбы. В отношениях близнецы будут вести себя как взрослые дети. Напряженным рыбам такой расклад, естественно, не понравится. Ссоры возникнут на почве ревности. Стрелец и Скорпион. Скорпионы – существа домашние. Им бы посмотреть фильм на экране телевизора, почитать книгу на окне. Стрельцы же такой подход к досугу не признают, и им будет сложно вписаться в заданные рамки. Овен и Рак. Страсть захватит представителей этих знаков зодиака с головой. Но рано или поздно она поутихнет, и пара поймет, что ничего их уже не держит. Козерог и Весы. У этой пары может и есть шанс что-то создать, но в долгосрочной перспективе чуда ждать не приходится. Весы не поменяются ради козерогов, и любовь завянет. Овен и Рыбы. Различие в темпераментах будет проявляться в виде бури и гроз, которые в один момент перерастут в смертельный для романтических отношений катаклизм. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку.